К другим темам. Масштабный проект в сфере двигателестроения планируют реализовать в Ярославской области. В нашем регионе будут производить дизельные двигатели многоцелевого назначения. Концепцию производства обсудили сегодня в областном правительстве. Губернатор Дмитрий Миронов встретился с руководителем объединенной машиностроительной группы Дмитрием Стрижневым и директором дивизиона «Силовые агрегаты» группы «ГАЗ» Константином Рухани. Двигатели разных мощностей от 80 до 2000 лошадиных сил предназначены как для гражданской промышленности, так и для нужд обороны России. За 5 лет на реализацию концепции планируют направить 30 миллиардов рублей. Проект уже был представлен Минпромторге и Минобороны России. Есть амбициозные планы по развитию дизельного двигателестроения на территории региона, на территории Ярославской области. Уверен, что этот проект может быть успешно реализован с учетом тех компетенций, которые сформировались в нашем регионе, в том числе в области науки и образования.